во всех отраслях производства, несмотря на, казалось бы, устоявшуюся конкуренцию, найти занять свою нишу на рынке более чем реально. Так на деле открыть свое прибыльное дело по производству оказывается не так уж сложно, как можно себе представить. Главное — ответственно подойти к этому делу и подобрать подходящую по вашим возможностям и интересам бизнес-идею, которая была бы востребована среди населения. К тому же, прежде чем воплощать бизнес-идею в жизни, проанализируйте рынок, покупательную способность и конкуренцию в вашем городе или регионе. И сегодня в выпуске топ-бизнес-идей «Производство для малого бизнеса в гараже или на дому на 2022 год с минимальными вложениями». Производство жалюзи. Вложение от 45 тысяч рублей. О востребованности жалюзи и говорить не приходится, так как благодаря своему удобству и практичности они используются буквально повсеместно, и в офисах, и в домах, и квартирах. Для реализации данной бизнес-идеи, если брать по минимуму, потребуется начальное вложение от 45 тысяч рублей. Речь идет о ручном производстве. А вот для организации полноценного цеха по изготовлению жалюзи необходима более существенная сумма. От 350 до 400 тысяч рублей. С особой ответственностью стоит отнестись к выбору поставщиков материалов, так как нередко попадаются поставщики, предлагающие комплектующие очень низкого качества. Здесь важно найти оптимальное соотношение между качеством и ценой. Что потребуется? Оборудование, инструменты, швейная машинка, пробойник, пила и так далее. Комплектующие материалы, ткань, пластика, дерево или алюминий. Помещение от 20 квадратных метров, плюс склад. Сам процесс изготовления жалюзи не требует каких-либо специальных навыков и умений. Кстати, услуги по монтажу и ремонту жалюзи могут приносить неплохой дополнительный доход. Хоть и рентабельность данного бизнеса не составляет сотни процентов, тем не менее при стабильном сбытии прибыль небольшого цеха может составлять от 150 до 200 тысяч рублей. Ремонт турбин. Крайне востребованная ниша в России, которая не имеет конкуренции. На всю Россию всего 20-30 человек умеет восстанавливать турбины, а стоимость новой продукции крайне велика. Для того, чтобы научиться такому ремеслу, не нужно вкладывать деньги. Достаточно прочитать соответствующую литературу, понять принципы работы одиночных и парных турбин и научиться практически решать проблему. Как только у вас начнет получиться, можете брать заказы. Старайтесь вставить адекватную стоимость работы, чтобы быстро набрать первых клиентов. Средний доход в месяц по такому ремеслу вполне может составлять 300-400 тысяч рублей, если грамотно подойти к делу и работать практически каждый день. Продажа смарт-пленки. Можно построить успешный бизнес на торговле смарт-пленки, меняющей свою прозрачность по одному нажатию кнопки. Такая пленка не является новинкой, но в наших широтах она будет удивлять покупателя и привлекать к себе массу внимания. Сфера применения очень большая, начиная с стеклянных перегородок офисного центра и заканчивая витринами магазинов или тонировкой авто. Такую новинку можно закупать в Китае. Квадратный метр пленки обойдется вам в среднем 25 тысяч рублей. В дальнейшем цена будет постепенно падать, но сегодня стоимость довольно большая. Тем не менее, не нужно приобретать запасы пленки и хранить ее на складе. Все будет по факту. Клиент заказывает у вас пленку, а далее вы заказываете ее из Китая. На начальном этапе необходимо будет вложить около 20 тысяч рублей в рекламу и в продвижение товара. Нормальной ценой за такую продукцию будет 30 тысяч-35 тысяч рублей за квадратный метр. На одном таком метре можно получить от 5000 до 10000 рублей чистой прибыли. А если предоставлять услугу по монтажу, то доходы еще больше увеличатся. Заказчиками будут являться крупные компании. Работать с ними будет довольно комфортно. Производство декоративного искусственного камня. Вложение от 30 тысяч рублей. Искусственный камень широко используется в качестве декора, как внутри помещений, для облицовки стен потолков, так и снаружи, для фундаментов фасадов. Это достаточно прибыльный бизнес, а главное, востребованный среди населения. В среднем спрос на декоративный камень растет на 10% ежегодно. Здесь важно, в первую очередь, организовать сбыт продукции, к примеру, обычное сотрудничество с отделочниками часто позволяет организовать постоянный сбыт искусственного камня. К тому же стоит наладить оптовые поставки компании, которые продают строительные материалы. Дополнительные доходы могут приносить услуги по отделке и доставке камня.
или же рекомендации тех, кто осуществляет такие услуги. Что потребуется? Формы, матрицы, цемент и песок или гипс, пигменты, красители и другие добавки. Помещение в среднем от 40 квадратных метров. Технологии производства искусственного камня довольно простая. Готовится раствор из цемента и песка. Гипс заливается в формы и застывает. Окрашивание можно производить либо после застывания камня, либо при приготовлении растворов путем добавления в него порошковых пигментов. Камень из гипса в основном применяется для внутренних работ, а из бетона – отделки, фасада. Однако замечено, что спрос на камень из бетона существенно выше, чем на камень из гипса. Себестоимость одного квадратного метра такого камня обычно не превышает 200-250 рублей. Рыночная стоимость составляет в среднем 500-700 рублей за квадратный метр. Уважаемые зрители нашего канала, мы даем только направление в выборе бизнес-идей. Решение об окончательном выборе остается за вами. Пожалуйста, поделитесь в социальных сетях, для нас это очень важно. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и пишите о новых бизнес-идеях. Всех благодарим!